И всем привет, мои дорогие подписчики, приветствую вас, как всегда, на моем канале, как всегда, MyCSGO, MyDota2.net, извиняюсь. Знаете, проверяли мы с вами керри кейс, да, тут еще какие-то добавили, вард кейс, курьер кейс, мидас какой-то, ух, нихера себе. Но я уже на сегодня запланировал пооткрывать именно саппорт кейс, задонатил я 2000 рублей. С керри кейсом мы уже знаем с вами, что может упасть аркан. Кстати, подождите, еще какой-то есть. А, тут загрузочный экран, типа. Либо с этой, ну вот. А я хочу узнать, упадет ли сегодня с саппорта кейса хоть какая-нибудь аркана. Напоминаю, что в прошлом выпуске я ушел в минус на 2000 рублей. Поэтому сегодня, я думаю, нам должен дать этот кейс. Ну, давайте сегодня задомим только его. Начинаем открывать. Очень волнительно, потому что тут либо дешево, либо дорого. Ну, сейчас узнаем, в принципе. Так, первый блин идет через очень большой ком. Этот тотем вообще ни хрена не стоит. 13 рублей. Открываем еще разок. Блин, что-то, честно, даже как-то уже боюсь его открывать, что баланс-то улетает слишком быстро здесь. А вот дает он очень мало и очень слабо. Слушайте. Не, давайте какой-нибудь другой задумаем, потому что, ну, вот реально тут либо очень дорого, либо вообще ни хрена. Не, давайте поменяем все-таки кейс. Какие-нибудь рандомные еще пооткрываем, потому что, ну, тот кейс реально дорогой очень. Ну, вот еще за 200 открываем. Тут у нас есть плечи на VR-ку дорогие, в принципе. Клинки на... Ну, чё. Только не усы. Они не стоят 200 рублей даже, мне кажется. Да, они даже 200 рублей не стоят. Здорово. Давайте еще разок. Хотелось бы, конечно, что-нибудь такое. Ну, что-нибудь нормальное, в общем, хотелось бы. Ну, и выпадает. Ну это вообще. Это прям вообще. Жопа полная. Слушайте, давайте керри кейс откроем пару раз, я не знаю. Давайте пару раз керри кейс откроем, потому что, ну, надеюсь, может тут что-нибудь выпадет. Не хочу какой-то один долбить, мне не получается, это не мое. Да, керри кейс тоже сегодня не радует. Слушайте, ну что-то вообще сегодня печально как-то начало. Обычно хоть начало какое-то нормально было. Уже минус 1000 рублей балика, еще плюс тогда 2000 слили. А баланс как-то еще не подходит ни в одном месте. Да ладно, вы что, серьезно? Посмотрите, как падает, вообще хреново. Ну, давайте третий раз. Я чувствую, видеоролик выйдет очень короткий. Ну, дайте аркану-то, а. Ну, золотые башеры, ну, сколько? Ну, 700 рублей он стоит. 600 рублей. Блин. Ну, давайте еще разок откроем. Ну что, мне толку брать мне этот золотой башер один за 600 рублей? Как бы смысла вообще нету. Так, еще 600 рублей подъехало. Ну или 500 сколько они? Ну 490, так, хорошо. Давайте еще разок. Я надеюсь на аркану или что-нибудь хотя бы дороже 1000 рублей. Ну конечно, мне кажется, сейчас я довыебываюсь. Ну да. Добрый вечер, здравствуйте. Я из компании Арифлейм. Давайте еще разок. Блин, ну это обидно. Дай что-нибудь нормальное. Ну пожалуйста, ну хотя бы аркану снова на СФ. Ай, посос. За 38 рублей. Давайте еще разок. Блин, остается 600 рублей баланс. Просто жесть. Ну только не это, только не это. Ну пожалуйста, ну что ж такое-то. Ну что сегодня вообще. Что с этим сайтом? Второй выпуск, просто жесть какая-то. Реально, керри кейс раньше выдавал нормально. Сейчас он просто ничего не дает. Он дает какую-то херню. Это вообще просто... Да пожалуйста, ну только не это, ну что это за... Пиздец. Просто минус 2000, в итоге даже на розыгрыш ничего нету. Отлично просто. Шикарный сайт, я в шоке просто. Давайте три раза откроем Макса, хотя бы вам что-то на розыгрыш выбейте, серьезно. Ну, блять, ну это пиздец. Второй раз минус 2000 и вообще ничего не дает сайт. Дай хотя бы халат-то, ёпт на Акса. Спасибо. Ну, хоть что-то на розыгрыш выбили. Пипец. Посмотрите, какой балик просто. Ну это пипец реально, народ. Курьерки есть. Что тут есть? Давайте разок. Да, даже два раза. Давайте курьера откроем. Хотя бы, чтобы Void выпал. Нормально он стоит. Остальное тут все херня. И это, кстати, не курьер ни хера. Ну и этот Immortal-ка. Ну сколько он? Ну 20 рублей он стоит. Хорошо. 35 рублей. Потратили 100 рублей. Ну это вообще сайт сегодня, что в прошлом выпуске, что в этом выпуске сайт просто
такой херней мается. Я забыл выйти из ВКонтакте, извиняюсь. Так, ну давайте еще два раза откроем. В принципе, есть тут, вот, говорю, вот этот курьер, он нормально так стоит. Вот этот нихера не стоит. Все остальное. Ну, сколько золотая банша стоит? 1500! Да ладно! Ну, блин, все равно это минус балик, но ее я оставлю, пожалуй. 1500, слушайте, ну, неплохо, ладно. Ладно, неплохо. Так, варды. Ну, у меня, в принципе, есть вард. Ну, курьер у меня теперь новый будет. Так, у нас 113 рублей. Это загрузочные экраны, что ли? Я не понимаю. Или что это? Хер его поймешь. Реально, не знаю, что это такое. Давайте тогда другой что-нибудь откроем. Что-то еще есть за соточку открыть. Курьера я уже выбил. Шейкера, ну, я не вижу смысла. Дровка. Блудсикер, что-то есть. Клинки. Голова, ну, ни хрена тут нету. Но он стоит 9 рублей. Так. Давайте инвокера откроем. Может, выпадут сейчас, выпадет голова, еще что-нибудь. Хоть чуть-чуть подфармить бабок. Инвокер кейс, он же вроде как выдавал иногда. Ну, докатись. Выдавал. Угу. А в этот раз не выдал. Собака страшная. За косарик бы упала шмотка. О, блудсикер вообще недоступен. Нифига себе. Так, 31 рубль. Ну, в принципе, нам хватает только варды, если пооткрывать. Давайте, на сколько у нас тут хватит? На 3 открытия. 3 вардика давайте попробуем крутануть. Ну и что это выпало? Вообще, по-моему, ничего. 19 рублей. Потратили мы с вами больше. Давайте 2 раза. Я не знаю, тут вообще какой-нибудь вард окупается, если честно. Вот я по вардам не мастер. Вот этот вард, по-моему, что-то может стоить. Вот этот вард стоит рублей 30. Феникс вард, ну, сколько он стоит? Рублей 5. По 5 рублей. Какой я догадливый, а? Так, что у нас? Этот недоступен. О, квапак кейс есть. Ну, давайте 2 раза. А, мне даже на 2 раза хватает, лол. Вот эти крылышки я бы хотел, конечно, себе забрать. Но я думаю, сайт мне хрен что выдаст, блин. В этот... Сегодня он прям в прошлый выпуск, в этот выпуск он меня прям огорчил, если честно. Так, подняли чуть балика. Давайте 2 раза откроем. Я понимаю, что уже такое не особо интересно смотреть, но я думаю, может повезет, выбью все-таки эти крылья. Но они даже здесь не пролетают, я хер знает, как так это можно. А, вот, пролетели. Не долетели, точнее, даже. 5 рублей. Кейс недоступен. Зашибись. Главное, никому крылья эти не выпали, но кейс уже недоступен. Вот скерри кейс у кого-то, блин, там маски падают. Ну, нормально, вот он пооткрывал. Вот это он пооткрывал керри кейс. Я пооткрывал, мне хер нарыло дали. Пипец вообще. Даже не знаю, стоит ли еще потом на этом сайте открывать. Что-то он как тестидроп уже начал давать. Вообще не здорово. О, квапа доступна. Ну, давайте откроем. Ну, вообще не знал, что такой дорогой этот курьер. Ну, мне, естественно, не нужен. Мне нравится мой Бэби Рошан. Просто продавать его, крутить еще, я уже, честно, не вижу смысла. Если сайт так дает в минус, я думаю, он сейчас у меня вообще все бабки заберет и все. Кстати, хватает нам на бесплатный. Давайте откроем. Может, что-нибудь сейчас еще выпадет на розыгрыш. Я очень на это надеюсь. И выпадает. Ну, давай хотя бы руку на пуджа разыграем еще. Нахуй там плавал, кунька, на те. Сову эту. Так. Этот недоступен. Квапу нет смысла вообще. На это мне не хватает. Ну, давайте квапу еще откроем разок. Че, нет? Блин, надо было фастом. Давайте посмотрим просто фастом, что выпало. Да нихера не выпало, можно сказать. Так, хватает еще на 2 открытия. Блудсикер что-то недоступен до сих пор. Так, квапа. Ну, давайте квапу 2 раза фастиком откроем. Минус. Плюс. В жопу. Плюс. Жопа. Все. Пооткрывали. Ну, что, народ, как-то так и получилось, да, коротенький. Да, вообще ничего. Почти не разыгрываю, потому что, ну, блин, сами видите, что ни хрена не дает сегодня что-то сайт. Даже по лайв... Ну, я смотрел топ лайфтрейды, точнее. Ну, честно, народ, там что-то, по-моему, больше ботов, нежели на самом деле пользователи тут забирают. Ну, чуваку упал Мёльнир, блин. Мне упал Башер, голова и вот курьер. Конечно, если бы все это выпало, я бы окупился, но... Ну, ни хрена так не падает.
Ладненько, народ, ну что, тогда вам на розыгрыш давайте плащик на Акса, еще один. Ну, вы больше разыграть нечего, просто тупо нету даже ничего, чтобы можно было бы разыграть. Ну, а себе я заберу этого курьера. На этом у меня все. А, так, для участия вам надо подписаться на мой канал. Подписаться на мой канал, написать любой комментарий, ссылочка на свой трейд-оффер, поставить лайкусик. Ну, а на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Зашибись. А теперь саппорт кейс наш начал выдавать, да? Вот так вот, да? То есть я открывал, мне хер нарыло. Какие-то два чувака левых залетают, им сразу же падает. А, не, не сразу же, ладно. Тут чувак тоже нормально балик подслил на этом саппорте кейсе. Ну реально, этот саппорт кейс такой шлак. Я просто в шоке, насколько это шлак. Ой, ладно. Всем удачи. Желаю пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ.